Сегодня родильный дом города Одессы получил гуманитарную помощь от Фонда народонаселения Организации Объединенных Наций. Мы получили самые полные наборы для подготовки, проведения родов и в послеродовом периоде для женщин и новорожденных. На сегодняшний день, благодаря властям города, роддом обеспечен полностью коммунальными услугами, а именно электроэнергией, водой. Благодаря Национальной службе здоровья Украины наши медицинские работники полностью обеспечены заработной платой. Мы не сократили ни единого медицинского сотрудника. Все на своих рабочих местах.